Bet Safe - generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ну, по традиции хочу поздравить наших фанатов, прекрасно, которые поддерживают нас постоянно, наших болельщиков. Ну что по игре? Достаточно много моментов создали, хорошая игра. В добавленное время пропускаем, ведя в счете, вроде бы как бы все было, но этот навал уже дал такую... Стандарт, где не сработали четко. Ну, благодарен своим игрокам, еще раз скажу, что они молодцы в плане того, что они в таком графике они работают на полную и добиваются результата. Конечно, можно было это все решить гораздо раньше, много шансов сопернику не давали, но при этом все закончилось так, как нам нужно. Мы очень ждем сейчас финала. Новый стадион, прекрасное поле. Я так думаю, что это будет еще не видели, но только фотографии. Поэтому прекрасное чувство, финал, и мы в финале. Ну да, конечно, дополнительное время на сил не придаст, да, но мы все видели, что насколько мы имеем запас прочности. Сейчас важно нам восстановиться. Очень важно нам восстановиться после этой игры, где-то микротравмы есть, ими заняться. И необходимо готовиться к следующему матчу. Он будет очень серьезный. Bet Safe - generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.